Салонный фильтр находится за бардачком. Бардачок нужно откинуть вниз. Здесь вот есть такие штуки. Просто отковыриваешь. Там резинка, вот она держит эту резинку. А вот ее просто так темно, не видно. Короче, вот вытащить надо оттуда. Вот отсюда. Эту штукенцию надо вытащить. То же самое надо сделать с этой стороны. Эта штука, она отходит, если ее одновременно потянуть сюда и отодвигать. Она отходит. Потом ее просто аккуратно отсюда вытаскиваете и все. После этого бардачок отваливается вниз. Здесь он находится, фильтр. Здесь вот такая.